Селфи на остановке улица Волгоградская отныне не только модная фотография в соцсети, но и популяризация истории. Каждый подъезжающий автобус здесь теперь под прицелом одного из защитников Сталинграда. 265 фашистских солдат. Такую цифру убитых с курка Анатолия Чехова назвал Василий Зайцев. Родился в Казани, а зам стрелкового мастерства учился у деда-охотника. На войне первое оружие – винтовка Мосина. Ну, Зайцев-то когда приезжал в Казань, он же признался, что мой учитель – ваш казанский Толя. Вот жалко пропал. И тут этот Толя встает из зала, подходит к нему и спрашивает: узнаешь? Представляете, встреча была в 65-м. Тогда Анатолий Чехов был уже беспартийным безработным, но память о нем и его героизме осталась в истории. Это отрывок из фильма волгоградской киностудии «Снайпер Чехов. Жив». С утра до ночи выслеживает немцев снайпер Анатолий Чехов, лучший стрелок родимцевской дивизии. Чуйков, когда увидел фильм, что оказывается он жив, а снят был фильм уже в 65-м году, это вот помните, когда День Победы начали праздновать. И Чуйков вспомнил, что он недооценил этого парня. На представлении к званию героя написал, хватит ему и ордена Красного Знамени. Под прицелом Чехова теперь автобусы под охраной пассажира. Приятно стоять на такой остановке и ждать автобуса. Нет, ну хорошо, тут и что-то это военная тематика. Приятно. Так память о герое без награды, пусть хоть и через 75 лет, начинает восстанавливаться. Салават Мухаммадуллин, Игорь Романов, ТНВ, Казань.